Зимняя сказка для самых нуждающихся. Члены общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии организовали праздник в горах для детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. Увлекательная поездка для 16 ребят началась ранним утром. В поселке Домбай для любознательных посетителей устроили обзорную экскурсию по горнолыжной базе, после чего детей ожидали спортивные состязания, где они могли показать свою ловкость и выносливость. Ребята провели в горах очень насыщенный день и остались довольны экскурсией, катанием на санках, тюбингах, красотами горной природы и, конечно же, снегом, которого в этой зимой так не хватает на равнине. Мы приехали на базу Алибек, чтобы сбылась наша мечта. Так как в Черкесске снега нет, мы приехали сюда. Видимо, Домбай забрал весь снег. Вот. Впечатления были веселые. Изумительная погода, снег. Дети получают большое, огромное удовольствие. И наша девочка, которая мечтала именно покупаться в снегу, поиграть, у нее была возможность взять своих друзей, подруг и вот сегодня насладиться вот такой вот погодой.